Около 30 миллионов тонн топлива отправили с начала года на электростанции Сибири, Урала и Казахстана, Горняке и Кибастуза. Это значительно больше прошлогоднего. Сейчас в бассейне достигнута самая высокая в отрасли производительность труда. Она составляет 890 тонн в месяц на каждого рабочего. Уголь, получаемый из этих разрезов, самый дешевый в стране. Себестоимость каждой тонны чуть больше рубля. Это результат внедрения мощных роторных экскаваторов. Любой из них по количеству добываемого топлива может соперничать с крупной шахтой. Всего полчаса нужно такому исполину, чтобы наполнить целый железнодорожный состав. Уже в конце пятилетки из Кибастуза будет отправляться почти каждая десятая тонна угля в стране. Большую часть ее дадут высокопроизводительные роторные машины.